Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Совет Сантехника 7.1. Ну а сегодняшнее видео хотелось бы посвятить теме, как установить инсталляцию для подвесного унитаза в санузле. В принципе, вот сама инсталляция, вот видите, такая. И ее мы сейчас будем устанавливать. Давайте ее откроем. Ну и торжественный момент. Распаковка, два паковка. Вот такая вот небольшая, легкая инсталляция. Сейчас мы ее будем крепить к стене, обвязывать канализацию на ней и заводить водопровод. Погнали! Итак, дорогие друзья, ставить будем вот на это место. В первую очередь надо сделать, отметить центр выхода канализации. Вот я линию нарисовал. И отметку чистого пола. От этих отметок мы будем плясать с нашим монтажом. Итак, друзья, в первую очередь мы поставим наверх вот такие вот две лапы. Они вкручиваются с внутренней стороны инсталляции и гайками с внутренней стороны контрагаются. Там вот здесь вот есть резьбы, куда вкручивать, и гайками, когда выставлено, все контрагается. Давайте вкрутим. Ну а сейчас мы будем выставлять инсталляцию относительно нашего чистого пола. Это у нас грязный пол, то есть на него еще теплый пол будет, стяжка. А поднимать будем вот на этих лапках. А отметка чистого пола на самой инсталляции находится на сливном бачке. Давайте мы ее отметим. Чистого пола, то есть метр. Вот смотрите, видите, как здесь видно обалденно. Вот мы сейчас ее и подрисуем. Вот она. Вот 1 метр. Вот она. И от нее мы будем отталкиваться, выставляя инсталляцию. Погнали. Возьмем рулеточку и от уровня чистого пола померяем до нашей отметки. Здесь получается 90 сантиметров, то есть нам надо поднимать инсталляцию на 10 сантиметров, что мы сейчас и сделаем. Итак, дорогие друзья, в нашем случае нам надо поднять на 95 миллиметров лапы. Вот у нас одна лапа, вот вторая. Вот это вот фиксационные болты, когда сначала мы их с легонца подтянем, а потом, когда уже выставим на лапы, прижмем, проверим уровень и окончательно их затянем. Болты, по-моему, на 17. Итак, после того, как мы ее перевернули, поставили на лапы, еще мы их не протягивали, эти болты фиксационные, проверили уровень, что она у нас стоит по уровню, и теперь проверяем наш метр от отметки чистого пола до отметки лазера. Вот в нашем случае есть ровно метр. Вот как видите, инсталляция стоит по уровню. Можно протягивать лапы, затягивать и монтировать дальше. Итак, дорогие друзья, следующий момент монтажа. Мы будем вставлять вот этот вот патрубок в инсталляцию и засовывать в канализационное отверстие, предназначенное для этого. В моем случае даже ничего пилить не надо, я уже померил, все сходится. Давайте приступим. Ну, а теперь, когда у нас, грубо говоря, канализация вставлена, патрубок вставлен черный в канализацию, все захлопнуто в клипсе, самое время выставить всю конструкцию по уровню, протянуть вот эти вот лапы контрагайками, там, которые сзади, протянуть вот эти болты и по уровню выставить отметки для отверстий для крепления лап. Сейчас я буду выставлять уровень. Итак, друзья, я выставил инсталляцию в горизонт. Вот самый главный горизонт. Так она может быть, это рама сама
не, может быть, не 90 градусов плавать. Самое главное, выставлять по горизонту. И обязательно проверяйте от стены вот это расстояние слева и справа, чтобы было оно одинаковое. Ну а теперь, дорогие друзья, когда у нас все выставлено, самое время протянуть вот эти вот два болта и две контрагайки сзади инсталляции. И можно приступать к разметке, сверлению и прикручиванию ее к стене. Итак, прикрутили мы наши глухари-саморезы в стену и в пол. Протянули их, вот эти вот четыре штучки, наверху и на стене, и на полу. Протянули ключиком на 13, хорошо. И приступаем к монтажу вот таких вот лапок. Это лапки у нас, в нашем случае, для крепления унитаза. В нашем случае они крепятся плюс еще на стену через инсталляцию. В принципе, такой путевый вариант. Давайте их сделаем, смонтируем. Итак, дорогие друзья, вот я установил лапки. Я их установил немножко наискосок, чтобы перфоратором, сейчас я размечу, можно было, ничего не разбирая, просверлить и шуруповертом подлезть, прикрутить. Давайте сделаем сие действие. Еще один немаловажный момент. Я все болтики, вот глухари на 13, смазываю силиконовой смазочкой, прежде чем вкручивать в дюпель. Я делаю это для того, чтобы при большом усилии, когда вкручиваются, да, они, чтобы он не провернул дюпель в стене. Итак, друзья, дальнейшая часть марлезонского балета. Одеваем на резьбы вот такие вот картонные трубочки, чтобы это не засралась резьба при отделке. И сливное отверстие вставляем, заглушечку, и в канализационное. Так, вот этот вот пакетик с патрубками, это нам нужно будет уже когда прикручивать унитаз. Его убираем пока в долгий ящик. Так, друзья, что касаемо воды. Ну, в первую очередь мы снимаем вот эту крышечку. Вот они, наши внутренности бачка. В наличии имеется вот такой вот кран. Мы его сразу закрываем, сразу он, в принципе, закрыт, подтянем, чтобы у нас при опрессовке системы не было сюрпризов. Дальше прикручиваем вот этот вот шланг сразу здесь по месту. У него тут, по-моему, маленькая резьба, я не помню, как она называется, то ли 3/8, то ли 1/4. Затягиваем его ключом, так, потом наматываем вот здесь вот лен, смазываем юнипаком и вставляем вот в это вот технологическое отверстие в бачке и прикручиваю вот такой вот ушастик без всяких разъемов, просто тупо сверху сейчас прикручу на лен, обрежу вот эти вот уши у него, вот, и распаяю, сделаю его, подведу к нему водопровод полипропиленом. Давайте приступим. Все, встал. Теперь будем прикручивать. Комбинированный уголок получился. Ну а теперь надо вот этот гибкий шланг на полдюйма прикрутить вот сюда вот на наполнитель, на вот на эту вот полдюймовую резьбу. Очень, конечно, неудобно, но мы это сейчас сделаем. Смотрите, чтоб самое главное, ничего не отвалилось. Аккуратненько.
Вот. Теперь это дело аккуратненько подтягиваем ключиком. Смотрите аккуратно, не сорвите пластиковую резьбу. Воду дадите, потом лучше, если что, подтяните с водой. Так, итак, дорогие друзья, вот подпаял водопровод, загнал полипропилен в изоляцию, все будет поменьше конденсата. Ну а теперь займемся самой крышкой. Ребят, шланг гибкий, лучше прикручивайте в самом конце. Неудобно с ней все это крутить, припаивать. Вот. Теперь ставим все на место. Ставим эту крышечку. И ставим вот эту крышечку. Здесь она на защелках. Вот. И защелкнулся вверх, защелкнулся. Потом это дело все обошьют гипсокартоном, кладут плитку и по самые помидорчики по плитке мы здесь вот это все потом обрежем и установим крышку хромированную, красивую, пластиковую. Вот. Ну а сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Давайте посмотрим, когда сделается. Итак, дорогие друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.